Буквально 10 минут назад к нам в студию от нашего источника из шоу-бизнеса пришла трагическая новость. Он утверждает, что сегодня в шоу-бизнесе появился такой слух о том, что сегодня утром на российского певца Родиона Газманова было совершено нападение. Рано утром он вышел из подъезда и направлялся к своему автомобилю для того, чтобы выехать на съемки, которые у него сегодня были назначены. В какой-то момент к нему подбежал парень, дернул за браслетку и начал убегать. Родион Газманов попытался его догнать. Когда он добежал к нему, схватился за его руку, парень развернулся и чем-то тяжелым ударил Родиона Газманова по голове. Родион Газманов потерял сознание, очнулся уже после того, как его грузили в скорую помощь. Оказывается, проходящие мимо люди узнали Родиона Газманова и вызвали скорую. Сейчас он находится в больнице с тяжким телесным повреждением. Милиция ждет в коридоре для того, чтобы взять показания и составить фоторобот нападавшего. Информации пока очень мало, друзья. Мы следим за развитием событий. Как оказалось, в барсетке у Родиона Газманова находилась большая сумма денег и мобильный телефон. Давайте, друзья, поддержим Родиона Газманова. Будем надеяться, что преступника найдут. Будем надеяться, что с Родионом Газмановым все будет хорошо. Подпишитесь на наш канал, друзья, и будьте всегда рядом.